24 новобранца из Мангистауской области отправились на службу пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан. На плацу Департамента по делам обороны состоялась торжественная церемония проводов новобранцев. Мероприятие приняли участие начальник Департамента по делам обороны области, ветераны вооруженных сил, члены Комитета солдатских матерей «Сердце матери», а также родители, родственники призывников. Этот день стал особенным для всех присутствующих, особенно для майора Ерназарова, который с гордостью провожал своего сына. Руслан Ибраш, старший и единственный сын майора Мунала Ерназарова, будет проходить службу в Карасайском районе Алматинской области. Я отправляюсь выполнять свой долг перед Родиной, так как у меня уже призывной возраст. Кроме того, мой отец является военнослужащим. Я рос в этой среде, знаю некоторые нюансы службы. Поэтому, чтобы узнать все на практике, я иду исполнить свой воинский долг. Мунал Ерназаров посвятил более 15 лет службе в вооруженных силах Казахстана. Вместе с супругой воспитывает 6 детей, 1 сына и 5 дочерей. Руслан Ибраш, окончивший в Казахстане Swiss American College в Астане по специальности в области информационных технологий, принял самостоятельное решение отправиться на военную службу. Отец, как настоящий офицер, поддержал выбор сына. Мой сын недавно окончил колледж, и вот он теперь отправляется на службу в вооруженные силы Казахстана. Я желаю сыну только доброго пути, и чтобы он безукоризненно выполнял свой долг и защищал наш независимый государственный флаг. Счастливого пути всем молодым ребятам, которые идут в армию, а родителям терпения и силы. Отправка новобранцев из Мангистау в пограничную службу Комитета национальной безопасности Республики Казахстан продолжается. Вскоре часть из них наполнит ряды вооруженных сил Казахстана и Национальной гвардии. Всего в рамках весеннего призыва из Мангистауской области планируется отправить около 650 новобранцев.